Здравствуйте, у нас сегодня здесь свадьба. Мы приехали в красивую штучку под названием Даргавс. Штучка. Чтобы снять свадьбу. Да, свадьба будет вот здесь. Красивые. Сейчас мы поедем. Видеографы некрасивые. Рот закрой. Короче, вот здесь некрасиво. Красиво там, где мы будем. Поехали. Сделай вот так. Так, так. Давай я тебя сбоку сфоткаю, ты посмотришь. А, здрасте. У нас фотосессия. Ты вот так стоишь, да. Ты стоишь, как будто тебя здесь сюда не звали. Ты ее к себе, ты же больше. Можешь расстегнуть пиджак, то он сейчас у тебя буковица лопнет. Он так нависает. Чем больше естественных поз и моментов, тем будет лучше. Ебать, обидно, что обидно нахуй? Сейчас будем кататься. Раскочегарить? Давай. А там нету высоты даже, там же сразу обрыв. Сейчас можешь орать. Теперь посмотрите, где вас сейчас. Смотри, видишь, она кривая. Я вот такой вот жених сел один. Здесь уже началась суета-сует, свадьба уже почти что началась, тут сейчас начнется церемония, которая будет вот здесь проходить на фоне вот такого вот красивом. Да вот у нас жених с ведущей, это у нас каравай с иконой, это вот у нас вот такая арочка красивая, вот такая вот. Вот это все наши гости, это барабанщики, это наш видеограф. Это друг жениха, здесь, это по-моему, жених, колонку. Это ведущая. А это наш пилот, всемогущий пилот. Эй, горы, горы. Если бы ты еще не сутулилась. А это подружка невесты. Ой, собака. Здорово. Ты нервничаешь? Не, у меня вообще все спокойно, все четко. Лучший день в моей жизни. Как честно. Танк перед маневрами. Вот должны начать по кавказски, да? Вы согласны? Thank you.
ready to go out. But then I thought, man, what's the point? Посмотри на Настю и ответь на самый главный вопрос в жизни человека. Согласен ли ты взять жены Анастасии? Согласен. Друзья, сегодня день счастья. В общем, пока что у нас очередная пара стала мужем и женой. Мы идем дальше. Сейчас было. Много чего было, смотря. Нет, что за танец? Кинжалы. А что, нормально? Ну, сам умеешь? Нет. Почему? Это не мой профиль. Это не мой профиль. Он обманывает. Я сейчас буду другой танцевать. Он обманывает. Это все в моем профиле. Сейчас он будет танцевать хонго. Нет. Горский. Поединок. Поединок? Да. Это мой профиль. Кинешь кого-то бурку? Посмотрим. Может, кого-то и заберут сюда. Докопался до собаки. А? До собаки что докопался? Офигенный пёс. А может это сука? Я проверял. Визуально. Да, проверял. Не промажешь там. Ты еще и целился? Вот, я открываю. Где мы находимся? Мы находимся вот здесь. Вот, Ирбис отель. Вот мы поворачиваем. Вот дорога. Показывает все правильно. Вот. Она меня сволочь назвала. А он меня пнул. Так я специально. Что вы ощущаете? По поводу того, что моя подружка замуж вышла? Да, это понятное дело. Ой, вы какие-то распущенные. Потому что, может быть, вот так вот камера преподнесена немножечко. Смотри. Ну да, ладно. Не, на самом деле, смотри как там. Да, ладно, просто... смотри. Вот я на всем бисе. Ты что, серьезно? Нет. Что так близко к ней сел?
Ахдавнай. Давай, Марда, так это нахдав ты хей. Как будто бы вы в Динаге в лагере. Опа! А Ливан будет ваш этот вожатый. Живите, как воистины осетинцы в поединке. Без разницы, можно осетинцы говорить. Осетинцы тоже можно говорить. Хочешь с тобой посмотреть? Палаума, подожди-ка. А я тебя этот в осетинцы посвящу. А? Осетинцем ты будешь, был и будешь, и всегда будешь. Хорошо. Как осетин. Руха, рух. Пойдем две фотки сделаем. Моя ты декабристка.